Иммиграция. С чего начать? Какую программу выбрать? Какая программа подойдет именно вам? В этом будем сегодня разбираться. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Оксана Русских. Я эксперт по иммиграции в Канаду. Имею 20-летний опыт преподавания английского языка и 15-летний опыт работы в HR-индустрии. Итак, давайте разбираться, какие программы существуют на сегодняшний день. И каким образом выбрать программу для иммиграции? На самом деле выбор иммиграционной программы зависит всего от двух вещей. Это от ваших данных и знания, какие иммиграционные программы на сегодняшний день существуют. Итак, давайте разберемся. Иммигрировать можно разными способами. Можно через учебу, можно по провинциальным программам, по пилотным программам, по федеральным программам и по бальной системе Express Entry. И в этом во всем нужно разобраться. И когда самое важное в иммиграции, чтобы вы понимали, это составить иммиграционный план. То есть планирование в иммиграционном процессе – это одно из самых важных условий. Допустим, вам мало лет, у вас есть деньги, и вы готовы ехать учиться. Здесь необходимо оплатить учебы, поработать в Канаде, отучиться там и получить гражданство. Если у вас нет денег на учебу в Канаде, тогда вам нужно заканчивать университет здесь, получать магистратуру, получать небольшой опыт, прокачивать свой английский язык и опять же эмигрировать. Если вам 30-40 лет, то здесь нужно смотреть, сколько баллов мы можем набрать или, возможно, на какие провинциальные программы можно претендовать. Просто самое важное, вот еще раз хочу обратить внимание, что иммиграционный процесс – это очень серьезное планирование. И иммиграция – это подбор вас как ценного сотрудника, как ценного кандидата. В чем ваша ценность? Ваша ценность состоит из нескольких вещей. Это образование, это возраст, опыт работы, знание английского языка и бюджет на переезд. И насколько хороши ваши вот эти показатели, настолько вы ценны как кандидат для иммиграции. Именно исходя из конкретного четко случая, мы понимаем, под какую программу можно попадать. Okay? Поэтому обращайтесь к профессионалам, пишите нам в директ, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Увидимся, пока!